Прошло уже где-то больше месяца с последней части реакции на ваши видосы про нашу команду. Почему бы не записать новую серию? Погнали! Я забыл заказать интро. Поэтому импровизация. А, еще со мной Леня. Всем привет! У нас кучу видосов набралось благодаря тому, что вы мне покидали в Телеграме. И оттуда взяты все видосы, которые мы сегодня нашли. Поэтому погнали, ссылки на них будут тоже в описании. Кто кому что-то понравится, захочет посмотреть. И начинаем с моего любимого, с анимаций. Так. Это новое, да? Да, я такого еще не видел. Милые ребята, на самом деле. Очень круто. Реально. Меня, конечно, всегда напрягают скорость в таких видосах, потому что они супер быстрые и динамичные, иногда не улавливая, что вообще происходит. Надеюсь, ни у кого нету проблем с этим. Но здесь хотя бы нету супер ярких вспышек, на этом тоже спасибо. Под прикольную музыку. И персонажи милые очень. Кэнди Лаура. Этому видосу 4 месяца, а мы его не видели. Сегодня будет, мне кажется, много очень всего интересного, потому что мы с градусом отбирали что-то и чуть-чуть видели. Дальше очень интересный видос с названием «Я не умру в туалете». Ой, это я! Я не умру в туалете! Я не умру в туалете! Юня, ты как ребенком стала! Я сделала домашку! Молодец! Я сделала домашку! Ну, вот рукой! Она здесь! В телевизоре ты смешариков смотрела? Наркомания какая-то происходит, дети, сядьте! Когда вспомнили про домашку. Вот сегодня снимали ролик Домеру, блин! И знаете что? Увидите в ролике Домера. Серега, я накинь баллов за рекламу. И да. Мне. Тебе точно надо. Да. Поймете потом. Монстр лишь я. Это анимация посвящена полностью тебе. Хотя тут написано Райм Настя Градус. И когда провалилась я в ту дыру, я думала... А эту песенку мы часто слышим. И тогда поняла, монстр в этом месте лишь я. Это ты. Обещала зрелью не раз. Такой мелун. Я буду другом, что тебя не предам. А это кто? Не знаю, может твой альтер эго. Что? Райм, ты буль, ты буллер. Смог меня задержать, но с твоей помощью фриз попытайся. Зачем ты раскрыла мой план? Он же такой же быстрый, как то, что я в тебя отправил. Что? Смотри, твой план очень долго работает. Там даже было написано год спустя. Райм, сколько этот план длится? Когда была серия, когда я тебя призвал? 2 года назад. Ну, неважно, неважно. Все впереди. Так. О, Градус, это Райм, это Джек. Это... Это краткие наши символы. Мёрфи. Влад такой добряк. Влад миленький, да. Ой, ну снова все очень... Вампиры. Вампиры. Все очень пиры. Быстро и динамично. Это у нас Мими Анимейшн для Мёрфи. Мёрфи здесь нету, но мы посмотрим за него. Ну ничего страшного. Смотри, какой анимешный мальчик. О, это крутая рисовка. Анимировано очень... Ну, типа, как анимировано? Сама картинка прикольная. Очень персонаж проработан. Ну, гачу мы уже видели много раз. Это очень годная рисовка. Я бы хотел увидеть каждого персонажа в такой рисовке, потому что реально это как карта, как полноценные картинки. Да, тем более они анимированы еще, это круто. Так, и у нас еще одно меме Грайм. Куда ж без него? Куда без Грайма? Мы чьи анимации смотрим? Ваши про нас? Что тут может быть еще? Видос, где мы реагируем на ваши видосы и без Грайма. Да блин, это не наш видос тогда. Так, 30 секунд. Пока что только текст. Грайм! Грайм, ну-ка. Оп, оп. О-о-о, круто. Знаешь, что здесь поется? О, господи. Ты меня укусил. Нет, тут поется, что ты хочешь, чтобы ты был моим... А, и неважно, все, проехали, все. Хватит, хватит. Вырубите, вырубите! Вырубите это! О, кстати, я не знаю, много ли среди вас тех, кто смотрит канал нашего любимого Везочки. О, это супер енот! Давай, да, давай! Это супер конь и лошади еноты, в котором Влад всегда супер енот. Да пошел он в жопу. Райм никогда не побеждает.
У него даже хвост, типа, третья рука. Вот именно, у меня, я супер конь, и у меня лапки, у меня копыта, а у него лапища, которыми он хватается. Естественно, он побеждает. О, а это я видел, даже оставлял в телеграме, не знаю, видел ли ты, очень прикольная анимация. Нет. Это... Ты правда не видел? Я не помню, по-моему, нет. Слушай, это момент из ролика Юни, где я пел. Меня заставили петь. Человека, который не умеет петь, не имеет ни слуха, ни голоса, ну? Но имеет рот. Поэтому как бы я и пою. Ой, ну давай глянем. Иметь рот достаточно для того, чтобы стать майнкрафтером. Да, и, видимо, музыкантом в Майнкрафте. Ах, жизнь так прекрасна. Принесите мне четвертую отрицательную. Сегодня праздник, можно и редкие запасы высосать. Круто. А еще тащите эту малютку. Ну, она спит, господин. Тащи, тащи. Я с ней потанцую. Если вздумала вздремнуть, открывай глаза. Что? Нас сегодня танец ждет, а через три часа стану я мегавампиром, королем этого мира. Так что глазками сверкай, и за мной ты наблюдай. Да, да, я когда пел, мне тоже было неловко и стыдно. Анимация. Анимация шикарная, просто невыносимо крутая. Реально, это как мультик целый. Очень мило, да. Лайк, у меня стоит лайк. Так, у нас тут что, если номер 13, объясни. Может, так, ладно, сейчас расскажу. Я являюсь, так сказать, коллективным разумом Райма. Я, по сути, основа их характеристик. То ли, как вы привыкли меня называть, Шиза Райма. Именно это место, в котором мы сейчас находимся, является каналом связи всех вселенных мультивселенной. Это, я понимаю, это какой-то отдельная выдуманная история по... Не знаю, может быть... твоей шизе. У нас такие креативные подписчики, я просто в шоке. Каждый раз поражаюсь вообще их креативности и умению вот всякие штуки такие придумывать, потому что это реально очень круто. Лайк вам за это. Меня просто радует мысль, что кому-то не жалко потратить на нас время. Вот именно, это просто взрывает мозг. Ну давай посмотрим, что это 13-я часть, тут, видимо, вообще как отдельный сериал, надо все смотреть. Ну, поскольку нам скинули это, давайте посмотрим это. Ты же являешься одним из бесконечных вариаций вампира градуса. Ух ты! Градус агент, вампир. Анус. Градус оборотень, вампир. Градус утка, вампир. Градус черный плащ. Черный плащ? Да, это черный плащ. Аватар. Вот, кстати, шестого я не знаю, кто это. Танос и Шрек. Шрек это самое правдивое. Шрек! Шрек! Который является одним из бесконечных вариаций обычного градуса. Опа! Именно таких, как ты, на самом деле уже около 100 тысяч. Но именно ты на фоне остальных, как иголка в стоге сена. Я знаю, что ты не хотел убивать, и потому сохранил их кровь. Кстати, по этим каналам не только я могу ходить, тут ходят всякие мироходцы. Ложка? Кики-ложка. Большинство вселенных безопасны, но есть и запрещенные вселенные, вход которых строго-настрого закрыт от посторонних глаз. Это что, уже Рик и Морти пошел? Это вообще какое-то... Это Марвел! Тут постоянно образуются каналы к новым вселенным. Оп, 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 гача. Каждый майнкрафтер, создавая новый мир, создает новую вселенную. Ой, у нас таких очень много параллельных да. вселенных. Кто какую роль отыграет, таким навсегда и останется персонаж вселенной. Опа! Ты понимаешь, как это круто сделано? Слушай, поэтому можно целый сюжет снимать. Вот, да. Чем тебе не суперсценарист, не знаю, суперского голливудского уровня? Реально, круто, очень круто. Если майнкрафтер удаляет мир или долго в него не заходит... Мир Шизы удалит? Да, нет. То в жизни персонажа ничего не меняется, они просто избавляются от оков. Понятно? Персонажи с их ролями становятся свободными. Оп, самостоятельными. Ну да. И, наверное, я тебе все рассказал. Да и времени мы уже долго тут тратим, короче. Сейчас нам надо завербовать себе наследницу той, кто уничтожает нашу мультивселенную. Юни? Да, это Юни, блин, кто круто, мог подумать. Круто, очень круто. А еще вот он канал по аниме Градус команде. Ну, я не знаю, Градус, Райм, Юни, Джек, все мы. Мы здесь уже видели несколько серий, тут еще новые вышли. И вот тут какая-то первая серия. Начало, Утенок Джек, Градус, в данном видео присутствуют яркие вспышки. А, нет, вот это... Мы это смотрели. Это, кажется, доработали. Да, да, это доработали. То, что там? Просто помнишь, мы же смотрели с тобой, это было, вот, трейлер на минуту. Первая серия, как бы мы ничего не пропускали, все впереди. Целое аниме. Ну, как бы было предупреждение про яркие вспышки, поэтому аккуратно. Опа, херабрин. Я ожидал от тебя большего, хранитель.
несколько лет назад. Суровый Джек. Такой, злобный, знаешь, забивной парниша. Так, он идет, идет по тропинке, в голове у него ля-ля-ля. А градус спит. Оп, камень. Опа. Реально, как будто аниме-кадры. Ты добыл субсидиан. Теперь-то мы, наконец, сможем закончить наш эксперимент. Насчет этого я сомневаюсь, что смогу быть твоим подопытным на этот раз. Я ведь добыл для тебя обсидиан, не так ли? Это означает, что я уже тебе помог. Просто дай мне мое обещанное сало, и я мирно пойду домой. Во-первых, ты принес мне обсидиан, потому что проиграл мне в камень, ножницы, бумага. Во-вторых, да, брось, Джек, это займет всего минуту. Я уверяю тебя, что с тобой ничего страшного не произойдет. Наверное. Не хочется рисковать своими перьями. По какой-то причине что-то говорит мне не делать этого. Серьезно? Стой, стой, подожди. Если человек, который смотрит вот это вот сейчас, как мы на это реагируем, ты, я думаю, можешь нас попросить озвучить это, и тогда это будет полноценный вообще мультик. Это же, представь, как круто будет. Ну, по крайней мере, я, Райм и Джек, я думаю, без проблем озвучат. Да все согласятся, это же реально классно. Но тогда придется рот анимировать нам. Да зачем? Я понял, Джек, ты просто боишься. Я не боюсь, Градус, я просто... Если тебе страшно, трусишка, то я могу попросить помощи у Райма. Раньше ты выполнял мои опасные просьбы, но, видимо, в этот раз ты как-то струсил. Можешь называть меня трусом столько, сколько захочешь, но я никогда не соглашусь на это. Как ты там, Джек? Иди к черту, Градус. Да поверь, друг, это все мне самому не в радость. Градус, если ты сделаешь это, то я тебя никогда не прощу. Если хочешь увидеть своего друга живым, то сделай все так, как я тебе скажу. Это уже какая-то темная сущность, которая управляет нами. Извини, Райм, но я делаю это ради тебя же самого. Блин, спасибо. Грустненько то, что ради тебя я жертвую утенком Джеком. Ну, слушай, я не против. Хитрец. Лучше бы дома остался. Дыщ. Жареная утка. Жареная утка. Эй, я хотел это сказать. Так. Бедный Джек. Твоя чертова машина не работает. Она чуть ли не подожгла меня. А потом и вовсе выбросила на воздух. Ну и что ты на меня так смотришь? Только не говори мне, что мне придется снова туда лезть. Ладно, пошли. Черт, я начал чувствовать боль под глазами. Не стоит волноваться, утенок. Уверен, что это временно. Градус, почему ты так резко стал таким серьезным? Вот, тут есть еще такая вот миленькая анимация, где Юни мужик. Транс. Надеюсь, там за музыку АП не прилетит. Ну, я не думаю, что это музыка есть АП. Юни и Райм Меми. Опа. Да, именно так это и происходит. Один интересный шортс, который я нашел вчера. Поиграем в угадай персонажа. Загадай реального или вымышленного персонажа. А я попытаюсь его отгадать. Отвечайте да, нет, не знаю, возможно, или скорее нет. Начинаем. Да, ваш персонаж Джин. Ваш персонаж Джин? Нет, он Элэй. Ваш персонаж ходит на двух... А это типа когда да. Ваш персонаж женского... Крошиха. Ваш персонаж из... Чё? Ваш персонаж... Ну, типа, ваш персонаж из реальной жизни, он, типа, когда с этого кролика вставляет, типа, что правильный ответ. Связан ли ваш персонаж с игрой Overwatch? Overwatch? Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Ваш персонаж... Да. Майнкрафт связан, да. Есть ли у вашего персонажа борода? Да. Так я не понимаю, он LA загадал или градус? Не, он загадал градуса. О, перчик вкусный. Ваш персонаж имеет красно-синий окрас? Фиксай все длился. Ваш персонаж в очках? Да. Все, ваш угадал. Ваш персонаж помогает животным? Родной язык вашего персонажа — испанский? Вот это круто. Ваш персонаж снимал или снимает видео про вампиров? Есть! Меня угадали. Ну и не знаю, наверное, пускай это будет напоследок. Я знаю, что это за видео. Илья, нет, стой! Ладно, хорошо, окей, показывай это, окей, хорошо. Мне скинула это Вика, и там было от Настик. Я не знаю, Настик это делал или нет, но мне очень понравилось. Самый лучший дед. Дедок на поводке, я бы сказал. Самый лучший дед. Илье очень нравится это видео. Посмотри, дедок, ему реально очень нравится. Да ну это угарно, самый лучший дед. И пошла немного забавно. Это забавно, но никогда ты это пересматриваешь в сотый
раз. Но я пересмотрел в третий раз только что. Кому ты врешь? Ну ладно. Ты мне врешь. В 300-й раз. Вот это уже больше похоже на правду. Тут еще артики нам прикольные покидали вместо видосов. Артики тоже круто. Я люблю артики, очень люблю. Ну эти артики старые, я вот эти вот точно видел. Вот это, вот что вот это? Что это такое? Это я. Без фотошопа. Вот это уже получается какой-то реально комикс по последним сериям вампиров. Смотри, я тут в траве валяюсь. И вот мой персонаж. Крошиха получается. Получается так. Классный арт, классный. Короче, как-то так. Мы, конечно, реагируем быстрее, чем появляются новые видосы. Уже, походу, натыкаемся на старые. Поэтому... Не знаю, можете, в принципе, кидать мне в Телеграм, если хотите, чтобы мы посмотрели. Потому что некоторые видосы довольно сложно искать, и я на них чисто случайно натыкаюсь, и если целенаправленно их как-то гуглить, очень трудно. Поэтому давайте, что ли, попробуем с хэштегом градус. Steam, там, не знаю, Райм и так далее. Через хэштег в Ютубе или в шортс и все так далее. Будет проще находиться. И давайте так, 30 тысяч лайков. Я все еще надеюсь, что вам эта рубрика нравится. Мне с Раймом она очень нравится. А на этом видос подошел к концу. Всем спасибо за ваши видосы, арты, творчество. Всем удачи, всем пока. Всем пока.